Всем здравствуйте, меня зовут Михаил, это рубрика компании «Сдержи, трать, про разбор сделок на основе предварительно выложенного домашнего задания». В этой рубрике я разбираю сделки, которые я бы хотел вам показать, которые делал я сам на основе предварительно выложенного домашнего задания, либо которые вы можете присылать в группе ВКонтакте под постами с домашним заданием или видео в Фейсбуке и в Ютубе под видео. Ну, давайте начнем. Отчетный период у нас уже, в принципе, практически закончился, хотя, на удивление, в эту среду отчетных акций было довольно-таки много. Я в домашнем задании даже скинул больше 10 интересных, у которых был интересный премаркет, и именно это были отчетные акции. Вот. Но уже после этой недели, на следующей, их будет гораздо меньше, ну, там очень-очень малое количество. Поэтому сейчас рынок немного меняется. Вот, и будьте поаккуратнее. Ну, давайте начнем. Да, как я сказал, отчетных акций у нас было побольше в эту среду. И вот будет две отчетные акции. Первая акция у нас SPPI. Здесь у нас интересно несколько моментов. Она отчетная, у нее был gap down. Да. Вот, интересно она на short. И вот здесь было несколько интересных точек входа. Вот. Первая точка входа это у нас, да, как я люблю торговать, импульсные пробои. Хотя сейчас хочу заметить, именно с импульсными пробоями будьте поаккуратнее. Самые хорошие, самые пиковые моменты по пробою премаркетов это у нас по дате первые 3 недели отчетов. Ну, то есть как отчеты начинаются, в принципе первые 2-3 недели идут, и у них вот идет самое прибыльные, самый хороший коэффициент удачных сделок и так далее. Сейчас уже поменьше, сейчас уже предостерегу вас. Именно импульсные пробои при маркете либо лоу дня лучше работают сейчас только в первые полчаса. И старайтесь искать только именно какие-то очень сильные новостные акции с хорошим премаркетом. Только такие. И желательно, чтобы этот уровень еще подтвердился. То есть, например, акция у нас, вот этом, как здесь, тоже ударила с открытия. Отошла, еще раз ударила, не смогла пробить, показала какой-нибудь там сильный бит. Там или начали давить, начали повышать объем. Что-то в этом роде. Потому что сейчас именно импульсные пробои, межотчетный период, утренние пробои премаркета работают похуже. Вот, но здесь был интересный момент. Хоть у нас и премаркет идет у нас здесь 18.80, да, тем не менее цифра 19 у нас тоже интересная. Во-первых, она у нас круглая. Во-вторых, с открытия мы не смогли ее пробить. Отошли, подошли к цифре 19, и здесь у нас появился большой бит. То есть, если бы вы торговали, то в ленте там бы увидели большой бит, который начали быстро давить. И, в принципе, после этого уже было понятно, что после пробоя этого уровня будет определенный импульс. И дожидаться цифры 18.80 при маркете не стоит, потому что, во-первых, после такого сильного уровня, после пробития, да, даже если мы начнем пробивать цифру 18.80, не факт, что у нас будет сильный импульс. Вот, как я уже до этого говорил, там есть определенные, да, если рядом стоят два уровня и пробивает первый сильный, и сразу же после этого пробивает второй, не факт, что хватит силы пробить второй уровень. Поэтому она как минимум должна была бы от него отбиться. И второе, в принципе, зазора в 20 центов вполне достаточно, чтобы захватить какую-то определенную прибыль. И если у нас пошли бы даже после этого пробоя цифры 18.80, пошли бы дальше, мы бы уже сидели в позиции. А если бы не пошли, то успели бы выйти, а 18.80 перед зайти, например, как здесь, да, цифру 18.80. Ударили, да, не пробили ее, что хорошо, откатились. Значит, мы еще и можем смотреть именно пробой премаркета. Цифру 18.80, но только со следующей свечи. Уже в эту свечу заходить не стоит, так как, возможно, не хватило бы силы пробивать. Вот. И если мы видим такой сильный уровень, то не обязательно дожидаться лоу премаркета, потому что он, естественно, может сместиться к более сильной цифре. Это можно считать как, например, определенный сквиз. Вот. И поэтому мы заходим пробовать цифру 19. Вот. И здесь вторая точка входа есть. Мы пробили цифру 18.80, откатились и по цифре 18.80 стали делать консолидацию. Если вот здесь заходить не стоило, но после вот этого ложного пробоя,
да, которую пробили, зашли обратно, и следующий бар у нас стоит тоже ниже, уже можно было пробовать заходить в расчете на продолжение движения, как консолидация под лоу премаркета и под лоу дня по 19. Но стоп сразу здесь надо ставить именно за ложный пробой. Вот, поэтому если не можете заходить, скажем так, поставить там, ну, стоп здесь в районе до 15 центов. Возможно, не каждый мог себе этот стоп позволить, поэтому стоило подождать либо еще раз подхода к этому уровню и посмотреть, как акция будет реагировать, либо ждать какого-то определенного закругления. Но закругление будет не всегда, например, как здесь, да, вот чуть-чуть подошли еще повыше и сразу упали. Вот, поэтому тут уже каждый смотрит риски для себя. Можно было подождать еще, как акция смотреть, будет выходить выше-ниже. То есть здесь она, видите, еще чуть повыше пошла. Вот, можно было пробовать и здесь заходить. Хотя здесь тоже более опасно, потому что, как мы видим, пошло смещение вверх. Вот, но выше ложного пробоя заходить не стали. В общем, вот здесь интересный момент. После вот этого ложного пробоя здесь уже появился интересный момент. Ну, если стоп поставили, то вас бы здесь не выбило. Более широкий. Но момент самый интересный. И еще один интересный момент здесь был по цифре 18. Как мы видим, цифра 18 у нас, да, по дневке это какая-то определенная цифра интереса, которая у нас на дневке несколько раз подтверждалась. И здесь тоже, когда мы подходили, здесь начали очень сильно давить. По цифре 18, там 17.99 начали очень сильно давить. Тоже начали появляться большие биды, и можно было ставить стоп-лимит в расчете на пробой сильной цифры. Но здесь уже проблема шла в SSR, в этой акции уже был в этот момент SSR. Поэтому тут уже либо дали, либо не дали. Там кому как повезло бы. Вот. Но вот такие вот сильные цифры именно сейчас в межотчетные периоды, хотя эта акция хоть и отчетная, да, но в новостных тоже акциях и в других акциях импульсные пробои можно сейчас торговать по большей части, если вы видите какие-то вот такие сильные цифры, которые начинают давить, начинают расти объем, видите большие биды, вот они будут работать. Следующая акция у нас HRB. Здесь уже такая определенная стратегия, которую я вывел. Можете за ней понаблюдать, кому-то может понравиться, кто-то возьмет на вооружение. Эта акция у нас тоже отчетная. В чем заключается стратегия? Когда мы видим, да, такую фигуру, так сказать, что-то вроде флага, треугольник, да, только который идет с поджимом по двум сторонам, да, мы дожидаемся точки конца треугольника. Ну, здесь палки это примерно стоит. Можно, в принципе, и так поставить, да, но не суть. Мы ищем, ждем в таких моментах сужения треугольника, чтобы у нас появился какой-то либо уровень поддержки, либо уровень сопротивления, да, видимый именно в конце треугольника, чтобы понять хотя бы, куда, возможно, пойдет направление. Здесь у нас этот момент появился здесь, да, с уровнем сопротивления в районе 29. Почему я определяю, например, почему это не здесь, да, вот, как я, например, это определил, почему, например, вот здесь не является точкой консолидации, да, вы скажете. Ну, во-первых, у нас треугольник заканчивается в этом районе. Здесь все-таки мы подходили все еще к границе, а здесь с границы начинаем выходить, хотя, например, хоть палочки можно чуть переставить. Так, да, но самое главное, что почему именно здесь. Во-первых, здесь более жесткая цифра. Во-вторых, здесь пошло выход из треугольника. То есть у нас происходит определенная консолидация, да, с видимым уровнем. И происходит выход из границ треугольника, то есть смена тенденции. То есть после этой войны у нас появляется определенный тренд, определенное направление. Это направление появилось вот здесь. Да, в самом конце треугольника у нас пошло смещение. Вот, вот это. То есть здесь, например, если мы поставим вот так, да, все-таки у нас будут выходить фитильки. Ну, это такое, знаете, я сейчас, конечно, рассказываю про полоски, но я думаю, все более-менее понимают, как строить треугольник. И я думаю, это такое. То есть не ошибетесь точно.
Более-менее у всех, хоть и можно там определенный пол составить по-разному, но более-менее треугольники у всех будут одинаковые. И именно выход из треугольника виден всегда. Я думаю, всем понятно, да, что вот именно вот это движение, это уже все, это выход из границ треугольника, то есть когда сужение закончилось. И при этом после этого выхода, да, мы видим, уже у нас вот эта консолидация становится для нас более явная. Мы понимаем, что здесь все-таки есть определенный уровень сопротивления, да, в районе 29. И что мы делаем? Мы не заходим здесь, мы выставляем лимит, да, в районе уровня сопротивления. И нам интересен именно первый возврат, да, к этой консолидации, к уровню сопротивления этой консолидации. То есть второй возврат не так интересен. Да, это своего рода что-то вроде теории Фака. То есть, когда у нас акция, что такое теория Фака, да, это он там в SDG часто используется. Это теорема, скажем так. Да, то есть перед тем, как сделать движение, акция, скорее всего, всех выбьет. Да. И здесь это используется так, что когда у нас определился, да, когда у нас подходит конец треугольника, и настал момент определять тех, кто победил, здесь мы видим, что победили шортовики, да, и шортовики перед тем, чтобы сделать поход в шорт, начинают всех собирать в этом моменте. После того, как всех собрали, они начинают идти в шорт. И, в принципе, мы вот этот момент пропускаем и заходим здесь. В принципе, можно пробовать и заходить вот здесь, но, как я заметил, после того, как идет откат, больше вероятность пойти в шорт. Либо, например, в таких сужениях тоже опасно, например, акция может после того, как сделает этот откат, спокойно уйти дальше вверх. И, например, если вы здесь заходили, то вас, скорее всего, выбьют по повышенному стопу, что не очень приятно. Потому что все-таки в таких сужениях, да, когда идет длительная проторговка, здесь может и дальше пойти такое же мясо. То есть может и не определиться игрок. И таким моментом мы себе просто, во-первых, сокращаем стоп, да, и вероятность отсюда пойти у нас тоже гораздо выше. Ну, не гораздо, но в определенной степени повыше. Тем более, когда мы видим, что у нас здесь подтвердился уровень. Хотя, может быть, например, и она пошла чуть вниз, резко сделала движение вверх и резко пошла вниз. Хотя может и резко вниз пойти. Но, например, если она здесь начнет опять колбаситься, и вы еще и по повышенному стопу выйдете, ну, оно может того и не стоит. Потому что вот именно эти треугольники, они довольно-таки опасные. Но когда у нас появляется четкая проторговка после треугольника, отход от проторговки и возврат, то это очень интересный момент. Ну, понаблюдайте. На самом деле, вот такие моменты не так часто встречаются, но когда встречаются, довольно-таки хорошо работают. То есть до лоу проторговки спокойно может дойти, ну, как и здесь, в принципе, и было. Понаблюдайте, посмотрите. Пища для размышлений. Вот, следующая акция у нас FNSR, это уже не отчетная акция. Это у нас уже более такая потенциальная сделка, к которым, скорее всего, сейчас придется подходить, потому что импульсных моментов будет поменьше. В общем, у нас в акции была поднявки, да, вот такая проторговка здесь. В один день мы ее вышли из нее, да, ну, почти вышли, не пошли сразу, на второй день пошли, и вот мы смотрим третий день. В расчете на то же самое продолжение движения. Что у нас делает акция? Акция у нас пробивает цифру 20. При этом, как мы видим, подневки, да, цифры 20 несколько раз от нее отбивались. То есть все-таки подневки это такая интересная цифра. Заходим за нее. Да, цифра 20 у нас становится, был здесь уровнем поддержки, потом стал уровнем сопротивления. И вот здесь мы выбиваем. Опять заходим выше уровня 20. Делаем ложный пробой. И становимся опять выше 20. То есть этот бар закрывается выше 20. И вот нам интересен этот момент. То есть цифра 20, как мы понимаем, точка интереса. Здесь уровень сопротивления становится уровнем поддержки. Определяем мы это, что он изменил свое направление с помощью ложного пробоя. И первая точка входа у нас идет вот здесь. В расчете дойти до хая и его и продолжение движения после него. Да, может показаться, что здесь небольшой риск-реворд, потому что все-таки точку хая мы еще не пробили.
Но здесь у нас является точка интереса цифры 20. И после того, как мы здесь показали, что у нас здесь был уровень сопротивления, да, все-таки несколько раз бились в эту цифру. Здесь тоже это видно. Да. Здесь мы тоже долго не находились, то есть какой-то определенной четкой консолидации у нас нет. Цифра 2010 каким-то сверхсильным уровнем не стала, то есть цифра 20 является более интересной. И плюс здесь мы начали держать определенную небольшую проторговку выше цифры 20, сделали еще и дополнительно ложный пробой, да, еще и начали закрепляться выше цифры 20, вполне можно было заходить перед хаем. После этого мы идем выше, у нас потом происходит, да, возврат. Здесь можно было часть позиции закрывать, либо, например, полностью выходить, если испугались. Опять чуть-чуть отстоялись, сделали тоже что-то вроде ложного пробоя. Опять вышли выше хая и сделали консолидацию выше хая. Это еще одна точка входа. Здесь можно было либо добавляться, да, например, если вышли часть, либо полностью перезаходить. И смотреть уже на продолжение движения. Потом у нас произошел опять откат, но не пробили. Да, например, тоже если здесь часть позиции вышли, опять у нас идет консолидация выше 20-10 с проторговкой. В принципе, это вполне возможно обычный откат тоже. Здесь тоже можно было пробовать либо добавляться, либо перезаходить, если здесь вышли. Например, если здесь после такого движения, понятно, часть позиции стоило бы закрывать. И когда вы увидели проторговку, что ниже не стали уходить, вполне возможно, можно было перезаходить и опять высидеть движение там в районе 30 центов. Хотя акция хоть сильно и не ходила отсюда, хотя, ну как сказать, от 20, в принципе, 30 центов это неплохо. От 10, 20, 10, 20 центов, ну уже не сильно много, да. Но могла пойти спокойно и выше, потому что после пробоя 20 следующая цель 21. И как мы видим, в принципе, идея эта сработала на следующий день, потому что под вечер мы закрылись в хай 20-40, поместились. Ну, если часть позиции оставляли, можно было и в 40 центов выйти. Но могли и не досидеть спокойно, в этом нет ничего страшного. Все высидеть очень тяжело. Вот. И вот на следующий день у нас, в принципе, эта идея сработала. Когда у нас появились объемы, да, тем более здесь у нас закрылись 10 миллионов под конец дня. Вот, в принципе, это подтверждает идею того, что после 20 должно идти лонг движение. Вот это, кстати, проторговка интересная на ОПГ. Да, потому что чуть выше предыдущего хая, после сильной проторговки, можно было рассматривать на ОПГ. Тоже такой на следующий день интересный момент. Но не буду уже затягивать. В общем, на этом все. Всем спасибо за внимание. Отчеты сейчас кончаются, так что будьте осторожны. Всем удачных торгов на следующей неделе.